Музыкальная фантазия по рассказу Оливера Генри на сцене «Зимнего» будет представлена в течение двух дней. В премьерный показ Сочинский театр встретил артиста в аншлагом. Около 1000 учеников образовательных учреждений города изъявили желание познакомиться с героями детской пьесы Зиновия Сагалова. Эта история хоть и игра в приключения, но своей моралью интересна и маленьким, и взрослым. В спектакле задействованы 3 актера, лауреаты международных театральных фестивалей. И это их первое выступление на большой сцене. Премьера состоялась в театре на Таганке, на малой сцене театра на Таганке. Это первый детский спектакль вообще за всю историю театра на Таганке. Нам приходится сейчас его чуть так расширять. Все-таки зал огромный. На Таганке у нас 150 мест был зрительный зал. И до сих пор остается. А здесь все-таки, вот видите, просторы, тысячный зал-то. И дети-то приходят. Они целыми армиями приходят, целыми классами. Немножко другая аудитория. Настоящие вожди краснокожих. А в следующий раз артисты Московского театра планируют приехать на курорт с новым репертуаром. Художественные руководители уже готовят новую детскую постановку по сказке современных писателей Ирины и Леонида Тюхтяевых «Зоки и Бада».